Ну, я говорил, что был конкурс вокальный, «Волшебный мир искусства» называется. Он проходил в Москве в школе имени Балакирева. И там 5 учеников моих пела. И вот один из последних учеников, который уже устал ждать, и я чувствую, что у него силы, как говорится, на исходе, я вошла в зал, и вся была поглощена его пением. И старалась помочь ему, чтобы он спел ярко, великолепно, красиво, вот, чтобы энергию ему вселить. Ну, и, короче говоря, я стала ему как бы вот помогать, как могла, с уголка такого там. Ну, все, и на этом как бы закончилось действие, мы получили свое первое место и уехали. И вдруг мне на другой день звонит Валентина Николаевна: вы в сетях. Я говорю: как в сетях? Каких сетях, я не понимаю. Ну, я вообще с интернетом как бы не очень дружу. Ну, и, в общем, мне рассказали такую историю. Ну, ладно, ладно, я и хожу. А потом гляжу, бум-бум-бум-бум, и начинается такая раскрутка какая-то большая, которая меня увлекла тоже, кстати. Я стала смотреть, а что ж такое пишут-то? И увидела, наверное, значит, что-то кому-то нужно это, что вот какие-то эмоции нужны человеческие, что время... Время пришло такое, знаете, когда люди мало стали общаться так вот искренне. Вот, и поэтому это немножко даже выглядело для кого-то, может быть, нелепо. Они думали, что это я там изгаляюсь. И уж если кому-то это не пошло на пользу, извините, а кто понял вот этот порыв мой, то я очень благодарна им за это. И уж как там получилось, не знаю, но он первое место занял. Мы с вами поговорим как раз и с тем мальчиком, который был тогда на конкурсе. Вы у него преподаете, правильно? Да, я преподаю у этого мальчика, да, конечно. Тебя как зовут? Артём. Мальчика, вот эту маленькую, давайте, давайте возьмите. Хотим, да, вот это уже только начальный этап, маленький только начал петь у меня. А сколько ему лет? Ему вот сейчас 8 было. 8. Только 8 лет? Да, только 8 исполнилось. Ему уже его на конкурс тоже отправили. Попробовать, посмотреть, как он боится, не боится, может, не может. И как? Ну, первое место тоже. Тоже первое место? Да, так что вот так вот. Спокойно, красиво, как это, умеешь артистом быть. Все. Вдох. Летят перелетные птицы. Раз. По сене долину полной. Еще. Летят они в жаркие страны. Ну, поешь. А я остаюсь с тобой. А я остаюсь с тобою. Раз. Давайте уже отпустим, как говорится, а потом будете резонтировать. Еще есть мальчик, который после мутации уже давайте работает. Уже отлично. Другой вариант. Уже какие-то другие задачи мы ставим перед ним. Давайте. Вот. Отлично. Да. Что мы споем с тобой? «Сказы волки и матушки». А, да, это русская народная песня, потому что в таком возрасте надо петь лирическое все время, чтобы голос был, так сказать, без таких, знаете, без рывков. Вот, пожалуйста. Да. 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 Да
о себе. Вы сколько лет работаете? И в этой именно школе? И вообще занимаетесь... Именно в этой школе. И занимаетесь преподавательской деятельностью в целом? Нет, преподавательская – это длинная история, это долго уже. А вот здесь, в этой школе, 25 лет сейчас будет. Да, именно в этом. В общем, актриса была. Всю жизнь мечтала об актерской, так сказать, деятельности. Ну, получилось так, что я вдруг... Ну, я была эстрадная певица. Джазовая. Просто зрители не знают, вы мне уже рассказывали, вы тоже поете. И когда вы начали петь? А, ну, как родилась, так и пою. Вот, я... Но со мной никто не занимался. Никогда в жизни. Никогда в жизни. Да, я сама занималась, просто меня нашли там в консерватории, как такой был элемент. Ну, раньше же искали талантов по России. Вот меня просто как бы нашли, и я вот стала учиться. А так я нигде, ни в хорах не пела никогда, ни солисткой не была. Без музыкальной школы не закончила? Нет! Без музыкальной школы? Конечно. А как, вы сразу в консерваторию? Да. А там же есть, наверное, тоже какая-то специализация, разделение. Вы в консерватории на какой специализации? Вокальная. Вокальная? Конечно. Вокальная. А как вас нашли? Ну, трудно, я везде пела, как всегда, я уличная певица, шла там по дороге, можно сказать, и все мурлыкала что-то себе под нос, все мои... и люди слышали, девочку, у вас голос красивый, у вас хороший, вы где, вы что? Я говорю, да ну ладно, я так не обращала на это внимания в то время, что. Вот, ну, как-то вот один мужчина, скрипач, он заметил и говорит, слушай, говорит, тебе надо учиться, вот пятый, ну, и как бы мне сказал координат, я приехала прослушаться, там все... в шоке, и сразу меня взяли, можно сказать. Вот, ну, я пела то, что училась с пластинок, обуховую, так, и подражательством занималась. И, конечно, пела-то, ну, старалась также тепло донести музыку, и, конечно, это, может быть, как-то их впечатлило. А вы из Дубны сами, да? Да, я из Дубны, да. А, я с Плачет Доминго пела, я же забыла вам сказать. Да вы что, а когда вы пели? В 2008 году, в 2008 году. А как так получилось? Это случайность. Это случайность была, когда я поехала отдыхать в Египет, там была путевка ехать в Иорданию. Там город Петра. Угу. Вот такой интересный. И мне вдруг так захотелось очень сильно поехать. Первый раз в жизни я так очень захотела. Но у меня денег не было, поэтому я долго искала, где мне их найти. Но не получилось. Я потом подхожу к человеку, который устраивал этот экскурсию. Я говорю, знаете, у меня вот столько денег, вы не могли бы мне вот... уменьшить эту сумму. Он говорит, нет, не могу. Я говорю, ну я вам приведу тогда еще каких-то людей, чтобы было в курсе полное. Ну, да, приходи. Ну, я привела там несколько человек. Ну, мне... Скинул. Скинул, да. И я поехал таким образом. Поехал, такая какая-то одухотворенная. Ну, вот что-то подсказывало мне. Ну, мы проехали эту экскурсию, и в конце идет кто-то там, крикнул так сильно, и звук такой разлетелся красивый. Думаю, дай-ка я попробую. Я начала там петь... И так раздается красиво. Ну, так пробую голос, и он звучит так ярко, красиво, сочно. И это, лежу, бегут там кто-то сзади меня и кричат, браво, браво, Мария Каллас. Я думаю, кто такой поворачивается? Это итальянцы за мной бегут. Бегут и красиво, вот, ой, спойте. Ну, мы с ними остановились, я говорю, ну, давайте итальянскую что-нибудь споем. И мы стали петь, чао, чао, бамбино, нон ти вольтаре. И так далее, такая интересная песня. И поем во всем мощь, не стесняясь ничего, идет камера на нас. И с нас снимают. Ну, мы не обращаем внимания, знаю, поем все. В угаре, как говорится, и выходит такой человек, и что-то там мне говорит, я ничего не понимаю, и он встает, и мы с ним, я уже даже не помню, как это случилось, мы с ним поем «О соле мио». «О соле мио». «О соле мио, стань фрондат». И так далее. Поем во всю мощь с ним. Я еще так ему говорю, давай, нотку высокую. И все мы это сделали с ним. Он смотрит на меня такими удивленными глазами. И потом мне говорит, откуда вы такая? А я опять свои эмоции. Я говорю, да нет, спасибо, я ушла. Значит, опять кричат, это Плачет Доминго. Я так смотрю, поворачиваюсь, батюшки. Я его не знал, он такой седой. Мне казалось, он ниже ростом, а он такой высоченный. И, в общем, мы с ним пропели. И, значит, он хочет со мной познакомиться, а я же не знаю итальянского. Я так как-то сконфузилась, говорю, нон каписка, я не понимаю. А потом говорю, ну... Что-то надо сказать, я говорю, Елена Образцова, о, я знаю Елену Образцову, мы с ней там как-то что-то пытался мне сказать, но я говорю, чао, и убежала, и потом гляжу на некоторое время на сайте наше это видео.
как мы поем. У него было назначение? У него. И кто-то там мне сфотографировал, как бы прислал. Вот видео у меня дома есть. Так что я приехал сюда, в город наш. Бросьте нам видео. Да, надо найти его, потому что мне что-то все брали тоже из телевидения, и куда дели, не знаю. Вот. Но, короче говоря, да, это видео было очень такое интересное. Забавно. Мы с ним стоим вообще в кепках там, с водой, ну просто. А он, оказывается, приехал в Иордане, там был конкурс какой-то. И его повели тоже к этому городу посмотреть достопримечательности. И вот так мы с ним встретились. И он очень был великолепно, говорит, великолепно. Ну, то есть ему понравилось, ну я сконфузилась, так сказать. Чего я там? Я просто свое дело делаю, а он свое.